Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ». В студии Павел Белявский. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных, сегодня в выпуске. Прямые ответы на горячие вопросы. В областном центре глава региона Анатолий Лис провел прямую телефонную линию с жителями Берестейского края. История длиною 3/4 века. Пружанский район празднует свой 75-летний юбилей. Праздничная дата – результат огромного труда многих поколений наших земель, которые на разных этапах ее непростой судьбы отдавали свои силы, способности и жизненный опыт во благо Пружанской земли. Брест – культурная столица Беларуси в 2015 году. Право носить высокий статус передали от города Гродно центру Берестейщины на закрытии 27-го фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера». Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Сегодня Анатолий Лис провел первую в должности председателя Брестского областного исполнительного комитета прямую телефонную линию с жителями региона. Подобное онлайн-общение руководителей областей состоялось во всей Беларуси и будет проходить еженедельно с 9 до 12 часов каждую субботу. Цель подобных диалогов – повышение эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, быстрое решение возникающих проблемных вопросов, а также искоренение фактов бюрократизма и волокиты. Параллельно с губернаторами прямые телефонные линии будут проводить председатели городских и районных исполнительных комитетов, их заместители и управляющие делами, с которыми облсполком также будет иметь связь и при необходимости давать конкретные поручения. О том, как прошла прямая телефонная линия в Бресте и стала ли она горячей для руководителя области Анатолия Лиса, расскажет Лариса Осмолович. Личный контакт с людьми – лучшая оценка работы органов власти, поэтому система встреч с гражданами и прямые телефонные линии, практика проведения которых введена в Беларуси и, в частности, в Брестской области в 2004 году, популярна среди населения. Можно высказать наболевшие вопросы, которые чиновники на местах не могут или не хотят решить, и это приносит положительный эффект, а также стимулирует работу специалистов госаппарата. Таково мнение нового губернатора Брещины Анатолия Лиса. Телефонные линии проводились и будут проводиться, а с нынешнего года даже чаще. Цель, прежде всего, моя была в том, чтобы побольше услышать людей из разных регионов. Поэтому мы и такие вот давали быстро, я давал поручения, что там разобраться и так далее. Хотелось в целом посмотреть ситуацию и почувствовать, где, в каких регионах больше проблем и вопросов. Это очень важно. А в дальнейшем мы будем эту работу продолжать и уже более детально изучать. Я сегодня понял, есть проблемы по Пинску, есть проблемы по Бресту, есть проблемы по жилищно-коммунальному хозяйству, по строительству. В ходе трехчасового общения ответ губернатора смогли получить порядка 40 человек из более 19 тысяч поступивших звонков. Поговорить с главой региона лично, высказать наболевшее в надежде на то, что вопрос решится, для многих жителей Брестской области шанс избавиться от проблемы. Характер проблем не изменился. Состояние дорог и газификация отдельных районов, вопросы водоснабжения, отголоски проблем с обликом. Новеньким стал ряд вопросов о недостаточно высокой заработной плате. Квартирные вопросы. Отмечалось немало проблем во всех регионах в сфере ЖКХ. 41 вопрос. Каждая проблема для человека или семьи. В большинстве люди ранее обращались к районным городским представителям власти, но не получив помощи, звонят главе региона. Так получилось и в случае брещанки Симы Ароновны Урбанович. К специалистам 10-го ЖЭСа обращалась на протяжении 2 лет с просьбой привести в порядок крышу. Протекает. А инвалиду 2-й группы спать под дождиком не с руки. Следует отметить, в квартире потопа больше нет. А вот в подъезде от постоянных протечек уже штукатурка отпадает, сырость и соответствующий запах вкупе с грязью. Работник ЖЭСа посоветовал не обращать на это внимания. Педагог с большим стажем на такое безобразие спокойно смотреть не может. В ЖРЭУ я обращалась, я в горосполком обращалась, к дежурному горосполкома. Бесполезно. Вот такие отписки. Ко мне пришел уборщик, который убирает там, говорит: что вы волнуетесь? Не поднимайте голову, идите смотрите телевизор. Это мне работник, рабочий, мне предложил так. Я так понимаю, что это в коридоре конкретно, у вас в доме? В квартире недавно делали, 1 000 000 раз. У меня квартира, даже где кровать моя стоит, на меня лилось градом, в коридоре лилось, в кухне. Они сделали доброе дело, когда вот все текло, они мне поменяли обои.
Вот это да, это они сделали. А так вот это затекает. У нас и там дальше тоже затекает. У всех. Вот такой 10-й этаж. Внимательно выслушав интеллигентную даму, Анатолий Лис заверил, что все проблемы в данном случае будут решены в самое ближайшее время. Вопрос ваш понятен. Вот присутствует, да. Сдвинется дело. Я вам обещаю, что мы поправим этот вопрос. Мы с ним разберемся и вы получите ответ. А ответ будет такой, что этот дом будет сделан. Безучастных на прямой линии губернатора не было, поскольку никто из руководителей не знает, какой вопрос прозвучит через минуту и к кому обратится глава региона, чтобы получить разъяснение и как итог, если вопрос решаем в рамках законодательства и в рамках человечности, он не сиюминутно, но решится. За это отвечает уже руководитель области. Это самое основное в работе. Значит, чтобы человек, который задал вопрос, получил на него ответ. Может быть, не тот, который его удовлетворит в полной мере, но, по крайней мере, вразумительный ответ, значит, от властей он должен получать и будет получать. Лариса Осмолович, Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. 4 декабря 2014 года Брестская область отметила свой 75-летний юбилей. В 1940-м стали образовываться районы Жабинковский, Кобринский и Ивановский, Малорицкий и Столинский. Современная Брестщина – это 16 районов, 20 городов и более 2000 деревень. Одно из ведущих мест в этом списке занимает Пружанский регион, который 15 января отметил четвертьвековой юбилей. Это значимая дата для всех жителей Пружанщины, которые восстанавливали и строили, возводили предприятия и трудились на полях и фермах. 75 лет – это результат огромного труда многих поколений, которые на разных этапах непростой судьбы отдавали свои силы, способности и жизненный опыт во благо Пружанской земли. Именно трудолюбие, вера в свои силы и истинная любовь к своему краю стали тремя китами, которые на протяжении всей истории края помогали преодолевать трудности, вселяли оптимизм и способствовали успешному решению самых сложных задач. О торжестве, о людях, о Пружанском районе – следующий материал программы. Мы отмечаем 70-летие нашего региона, Пружанщина. Безусловно, все началось здесь далеко не 75 лет назад, а минимум 7500 лет назад. И все это время здесь работали и трудились люди. Много разных поколений. Но каждая из них что-то давала. Каждая из них что-то приносила интересное. Если Бог миновал, и не было бы этих сотен воин, которые прошли на нашей территории, благословенно было бы и очень красиво эта земля. Поэтому наша задача – сделать максимум, сберечь мир и достроить то, что не смогли достроить наши предки. Жители Пружанщины достойно справляются с наказами и заветами своих славных предков. Они в постоянном движении, поступательно двигаются только вперед, обеспечивая полноценную жизнедеятельность всех населенных пунктов, городов и сел. Пружанский район поражает чистотой и благоустроенностью, какими-то по-особому обласканными улицами, где каждый дом, каждое здание дышит уютом. Чувствуется, что люди в этом крае живут неравнодушные к своей земле. Это действительно так. Если бы было иначе, и результатов таких не было бы. А ведь Пружанский район сегодня лидер по многим показателям социально-экономического развития не только Брестской области, но и в стране. На него равняются. К специалистам промышленных предприятий в колхозы и агрогородки приезжают перенимать опыт. Руководитель района Михаил Серков подчеркивает, что всегда Пружанщина отличалась рекордами и лидерством. В последние десятилетия это стало особо заметно. За последние десяток лет мы стали одним из самых крупных регионов по валовому надою молока. Я скажу, что наши потребности Пружанского района, жителей Пружанского района и приезжающих к нам гостей, наши аграрии удовлетворяют за 4 дня, надавая в день до 500 тысяч литров молока. И 361 день наш аграрный сектор работает на сыр и на экспорт. Все вывозится за пределы. Чистая сальдо по валюте свыше 100 миллионов долларов. Поэтому это тот случай, когда наше молоко – это наша белорусская нефть. Кроме этого, у нас достаточно много мяса. Мы увеличиваем его производство каждый год. Я надеюсь, мы прорастем и в этом году. У нас есть планы по расширению наших производственных мощностей. У нас большие планы по малому бизнесу и по развитию туризма. Если все сложится удачно, а это зависит от нас и от нашего старания,
то я думаю, регион наш будет поражать не только селом, но и туризмом и красотой наших улиц и городов. Край Пружанский – край трудолюбивых людей, вершащих все те дела, которыми гордятся берестейцы. А для того, чтобы дела спорились, нужно и отдыхать достойно, и учиться, и здоровье поправлять. В современных лечебных заведениях в день юбилея районные власти сделали пружанцам шикарный подарок. Открылся после реконструкции корпус инфекционного отделения Центральной районной больницы. Капитальный ремонт длился 4 месяца. За столь короткий срок изменения потрясающие. Материалы позволяют строить красиво. Но основные мои задачи, которые я вижу перед собой, и то, что заставляю делать, это чтобы не испортить эти хорошие материалы, воспользоваться надлежащим образом имеющимся инструментом и механизмами для того, чтобы прежде всего создать условия для людей, те, которые будут или жить в этом доме, или лечиться в этом заведении, или оказывать медицинскую помощь. Вот когда весь комплекс вопросов, начиная от продуманного проекта, с применением современных, подходящих для данных целей материалов будет все сделано, вот тогда получается хороший результат. В целом, Пружанский больничный городок претерпел серьезные изменения. Многие отделения модернизированы, по-новому оснащены, и торжественная церемония открытия инфекционного отделения – еще один повод порадоваться за жителей района. Улучшились условия работы, это и оснащение процедурного кабинета. У нас появился свой электрокардиограф, свой дефибриллятор, электроотсос для оказания экстренной неотложной помощи больным. В течение последних 3 лет проведены реконструкции 3 больших корпусов, 7 фельдшерско-акушерских пунктов, Ружанской городской больницы, Сухопольской больницы сестринского ухода. Затрачено большие суммы денег, строится лечебный корпус, неврологическое отделение на 60 коек, стоимость этого проекта 50 миллиардов, освоено 9 миллиардов 700 миллионов рублей за 2014 год и 2013 годы. Конечно же, дальнейшее развитие материально-технической базы у нас запланировано на 3 года, и это действительно улучшит, в общем-то сказать, качественно рабочие места как для пациентов, так и для медицинских работников. Но, тем не менее, вот освоение методов лечебных, диагностических ведет к тому, что есть большая заинтересованность в приобретении того или иного медоборудования. Еще одно подтверждение успехов Пружанщины – выставка ведущих предприятий районного центра, среди которых, конечно, следует назвать открытое акционерное общество «Пружанский молочный комбинат». У многих белорусов продукция этого предприятия в приоритете. Немало заслуг и у Брестской областной сельскохозяйственной опытной станции Академии наук Беларуси. Образцы пшеницы, яблок, картофеля, выращенных ее специалистами, достойны всяческих похвал. Наши предприятия знают во многих регионах, во многих странах. Мы участвуем, стараемся участвовать практически во всех конкурсах для того, чтобы прославить наш регион, для того, чтобы прославить наши предприятия, поскольку мы выпускаем качественную продукцию. Мы стараемся прославить свое предприятие, свой регион, свою область и свою республику. Я родился здесь, я родился в этом районе, я окончил академию по направлению, вернулся сюда в район. Правда, так получилось, что не в хозяйство, а стал работать на опытной станции. Вот уже 24 года работаю на одном и том же месте. Начинал с младшего научного сотрудника, теперь замдиректора. Вот. В принципе, юбилей, ну, такая дата, которая стоит, ну, как говорится, подводишь определенные итоги и своей деятельности. Вот. В этом году будет 25 лет уже. Вот. И как бы оцениваешь, что сделано, что не сделано, какие, что предпринять еще, что называется, в оставшиеся отведенные годы, вот, чтобы дальше вот, развивалась и наша организация, ну и район, в котором мы находимся, от которого мы получаем определенную поддержку. Гости и приглашенные, жители Пружанского района собрались в зале Дворца культуры. Собрались люди, которые внесли весомый вклад в становление и развитие своего края. Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда. Люди, которые руководили не так давно регионом, и те, кому сегодня доверена столь высокая миссия. Педагоги и врачи, строители и работники различных предприятий собрались, чтобы
чтобы вместе порадоваться тем славным делам, которые смогли сделать люди под гордым именем жителей Пружанщины. В дни столь масштабных торжеств, в дни юбилея стало уже традицией чествовать лучших и достойных. На сцену в этот день поднимались те, кто своими трудовыми подвигами помог стать краю одним из лучших. И, конечно, для всех участников торжества приятным дополнением к наградам, грамотам, дипломам стал прекрасный концерт, подготовленный артистами Пружанского района. Быть руководителем этих людей, в принципе, легко. Тяжело нести ответственность за этих людей, тяжело нести ответственность за свою работу. Вот. А с таким коллективом можно достичь любых результатов. Что пожелаете трудолюбцам? Ну, здоровья, личного счастья, чтобы близкие были рядом, чтобы далекие были далеко, а недалекие еще дальше. Всего самого хорошего, чтобы складывалось то, что хотят. Ну и финансовый результат по результатам труда каждого. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Сейчас о других событиях. Закончились новогодние и рождественские праздники. Пора, когда покупательская способность резко возрастает. Как и возрастает продажа потребительских товаров продовольственной и непродовольственной групп. Постановлением Совета министров от 19 декабря 2014 года был введен мораторий на повышение цен до 15 января года текущего. За несоблюдение порядка ценообразования к нарушителям будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до закрытия торговых объектов и объектов общественного питания. Наша съемочная группа уже после праздников отправилась в рейд, чтобы поинтересоваться у брещан, соблюдалось ли данное распоряжение в областном центре. Спрос рождает предложение. В такие праздники, как Новый год и Рождество, он зашкаливает. Причем на все виды товаров. Накрыть стол полный разносолов – первостепенная задача каждой хозяйки. Ну а о подарках под елку и говорить не приходится. Их ждут как дети, так и взрослые. А потому в торговых объектах Брестской области был полный аншлаг. Это отмечают и в управлении торговли Брестского облсполкома. Самое главное, что цены держались на одном уровне. Новогодние и рождественские праздники торговля справилась. Справилась и с обеспечением продукции, и справилась с требованиями Министерства торговли, правительства о недопущении необоснованного роста цен. Как уже известно, с постановлением, принятием постановления Совета министров номер 1207 от 19 декабря было установлено недопущение роста цен выше уровня 18 декабря. И фактически с принятия этого, мы и до этого контролировали, но с принятия этого постановления этот вопрос был взят на жесткий контроль всеми службами, регулирующими торговлю, городов, районов, облсполкомов. Проводится фактически ежедневный мониторинг уровня цен, и те вопросы, которые возникали, конечно, принимали соответствующие меры. Конечно. Ценовой диапазон, по словам Валерия Мацкевича, на такую продукцию, как импортные электротовары и заморские фрукты и овощи, увеличился. Но это так называемый критический импорт, а посему регулировать цены как на свой белорусский товар невозможно. Но в данном случае помогали всевозможные скидки и акции. Покупателей радовали красно-желтые значки, свидетельствуя о 20-30% скидках. Всегда по приезду стараемся, в общем-то, посещать ваши магазины. Ну, вот особенно рядом с гостиницей у нас находится данный магазин. Поэтому постоянно, как приезжаем в Брест, сюда, только сюда. Как поэтому цены? Цены, мне кажется, довольно-таки демократичные такие цены, что можно что-то и выбрать. Большой выбор, что и цены приемлемые такие, хорошие. Очень любим ходить в ЦУМ. Мы сами не местные, но когда приезжаем, с удовольствием сюда приходим. Нам нравится широкий ассортимент товара и постоянно действующие скидки. Да? Что-нибудь приобрели себе? Пока нет, но обязательно что-то приобретем. Торговля тоже шла навстречу. И это подтверждение было проведение единого дня скидок, который был 28 декабря. В нем принимало участие порядка больше 170 торговых объектов. Акция была сугубо добровольная. Торговля, производители предлагали скидки на цену отпускную, на цену розничную, на широкий спектр товаров. В первую очередь, конечно, мы были заинтересованы в непродовольственной группе товаров и в первую очередь товаров отечественного производства. В предновогодние дни особым спросом у брещан пользовался гипермаркет «Алми». Выбор товаров огромный, а цены и скидки привлекали покупателей со всех районов областного центра. Открывшийся не так давно торговый объект такого количества покупателей еще не видел. Сотрудники отмечают, что работали в усиленно скоростном режиме. В принципе, наверное, остались прежними. Ну вот на то, что мы обычно покупаем, в принципе, да. А вот эти акции, здесь действительно постоянно проходят акции? Всегда.
каждые 2 недели они обновляются, эти акции. Я сюда хожу редко, но магазин ваш нравится мне. Ну, цены, как и везде, ну, вроде как у вас меньше цены. Вот. Магазин просторный, красивый. А вот эти слоганы, акция, акция, заметили? Да, тут у нас много всего. Цены снижаете. Студент, как бы, акция, это всегда полезно и очень хорошо для студентов. И цены вполне устраивают. И... А про акции что можете сказать? Про акции, ну, они всегда подходят, ну, к праздникам, и они всегда выгодны, и всегда очень хорошо отображаются и на праздниках, и на настроениях, и на... И на кошельке. Да, и на кошельке. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания «БукТВ». Акцентируем. Министерство торговли Республики Беларусь сообщило, что цены не должны подниматься и после 15 января. Объясняя это следующим. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 19 декабря 2014 года номер 1207 о некоторых вопросах потребительского рынка установлен запрет на повышение цен. При этом срок его действия не ограничен временными рамками. Таким образом, субъекты предпринимательской деятельности при формировании цен на потребительские товары обязаны руководствоваться действующим законодательством. Законодательством о ценообразовании. При этом отмечается, что превышение розничных цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 18 декабря 2014 года в соответствии с постановлением номер 1207, относится к грубому нарушению правил торговли, влекущему за собой последствия в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 года номер 567 о дополнительных мерах по защите прав потребителей. Таким образом, декабрьский мораторий на подорожание продолжает действовать. Нарушение законов чревато для продавцов приостановлением деятельности на срок до 3 месяцев. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Учебно-тактические учения провели сотрудники Брестского областного управления МЧС на территории дома-интерната для престарелых и инвалидов городского поселка Домачево. 112 постояльцев в учреждении – это лежачие больные. Люди, которые в случае непредвиденных ситуаций не смогут самостоятельно принимать меры по решению проблемы. Именно поэтому обслуживающий персонал учреждения должен быть всегда начеку и точно знать последовательность действий, необходимых при спасении людей. С целью проверить способность работников Домачевского дома-интерната вовремя прийти на помощь, сотрудники МЧС сымитировали пожар в помещении. В итоге персонал интерната со сложностями справился безукоризненно. К приезду огнеборцев и принятию ими должных мер все люди находились вне корпуса. Здание... скажем так, опасные, потому что деревянные конструкции и, не дай бог, какое-либо проявление или возникновение пожара, максимум 5 минут – это безопасное время. А дальше уже, конечно же, есть очень серьезная опасность. И вот в этот промежуток времени необходимо сделать полную эвакуацию людей из здания. А люди, скажем так, и непростые, и старички, и больные, и инвалиды. Поэтому это такие специфичные объекты, поэтому, конечно же, внимание к этим объектам очень и очень обостренное. Мы очень большое внимание уделяем прежде всего обслуживающему персоналу, администрации и обслуживающему дежурному персоналу, чтобы они постоянно отслеживали, наблюдали за состоянием безопасности в помещениях и в целом в здании и на территории. И, конечно же, умели действовать при необходимости, проводить соответствующую эвакуацию. Настоящий мозговой штурм происходил в городе над Бугом и еще в 4 населенных пунктах Брещины на этой неделе. В рамках 3-го этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам юноши и девушки со всей области в честной интеллектуальной борьбе сражались за звание самых эрудированных и подкованных, самых начитанных, талантливых и одаренных, в общем, самых-самых главных умников и умниц. Старт настоящему интеллектуальному празднику был дан творческий и яркий, музыкально-танцевальный. Словно в подтверждение слов организаторов о том, что подобные соревнования никогда не ограничиваются только учебной частью. Победители 3-го этапа были награждены дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени, а также вошли в состав областной команды и представят регион на заключительном 4-м туре Республиканской олимпиады. Еще одним важным событием ознаменовалась минувшая неделя. Благотворительная акция «От сердца к сердцу с добротой» прошла на днях в городе над Бугом. Традиционно мероприятие принимала средняя школа номер 15. В рамках доброй миссии малообеспеченные жители Московского района, а также многодетные семьи, где воспитывают дети, инвалиды и одаренные ребята, получают денежную помощь. В 2011 году принято решение администрации Московского района
о создании попечительского совета именно Московского района города Бреста, в состав которого вошли 15 ведущих субъектов хозяйствования. Собрано 186 миллионов рублей и направлен именно на цели поддержания малоимущих семей, многодетных семей, семей инвалидов. На днях Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие обзавелось новым видом техники, призванной улучшить качество ямочного ремонта и тем самым снизить материальные затраты и трудовые ресурсы на реставрацию дорожного покрытия. Имя дорожного агрегата чешского производства – Силкот 7080. Преимущество новой технологии состоит в том, что такой принцип работы существенно продлевает жизнь ямочному ремонту. Если раньше свежая заплатка вылетала буквально через год, то сегодня она может продержаться на своем месте около 5 лет. Жизнь областного центра всегда насыщена событиями. Но уже на протяжении 27 лет, в дни, когда на небосклоне зажигается первая рождественская звезда, в зодиаке культурных мероприятий загорается звезда международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера». В этом году прикоснуться к волшебной музыке Баха и Шопена, Бетховена и Верди смогли тысячи брестчан и гостей города. Говорят, что где звучит музыка, слова не нужны. Но мы смогли найти нужные словесные обороты, чтобы рассказать о днях, которые провели наедине с музыкой. О закрытии материал Ларисы Осмолович. Область музыки, душевные волнения, а цель музыки, в особенности музыки классической, возбуждать эти волнения, и сама она также вдохновляется ими. Эти слова великой француженки Жорж Санд и по истечении долгих лет с момента написания актуальны. Музыка была и остается высшим в мире искусством, поэтому столь долгие 27 лет фестиваль «Январские музыкальные вечера» привлекает зрителя, который становится поклонником этого форума музыки. Вот эти мероприятия, конечно, они очень важны не только для жителей нашей области, я считаю, для республики. Сегодня 27-й форум, то я думаю, что даже в те сложные времена, которые были на уровне становления нашей республики, они проводились, то теперь никакого основания нет их отменять или не проводить. Стоит предположить, что именно форум классической музыки под таким брендовым названием «Январские музыкальные вечера» стал одним из поводов и обоснованных причин, чтобы присвоить Бресту звание культурной столицы Беларуси 2015 года. На церемонии закрытия международного фестиваля классической музыки состоялась торжественная передача столь высокого звания Бресту от культурной столицы 2014 города Гродно. Министр культуры Борис Светлов отметил, что статус жителей столичного города брещане заслужили уже давно. Это год 70-летия нашей перемоги. И тому, когда мы все узважили, выразили, что треба проводить все культурные мероприятия с акцентом именно на Брест. Это у нас год молоди, и тому каждое наше мероприятие, которое мы не проводили, чему бы оно не было присвечено, мы, безумовно, тут улучшаем эту молодежь складающую. Тому так само и каждое з'яви, яка буде відбуватися у Бресті, як культурна столиця цього року, вона так само буде носити ось цей акцент, це буде цей нальот молодьови носити. Найперш цього, дозвольте повіншувати усіх бересцейців з набиттям статусу культурної столиці. Дякуючи ініціативі Міністерства культури, кожен город має шанс бути столицею один год, але ж ми особливо гоноримося тим, що ми столиця 15-го року. Года 70-летия великой перемоги и года, когда нам останется меньше 5 годов до нашего тысячегодия. Упереди шмат мероприятий, упереди великая праца. И мы сделаем все, как утримать ту планку, которая была у Гродно, когда они были культурной столицей. Але ж я мару об тем, как мы были не только культурной столицей, але были столицей инвестиционной, будовничей, промысловой, финансовой. И для этого мы сделаем все, что треба. После вручения столь высокого звания закрытие январских музыкальных вечеров прошло на одном дыхании. Впрочем, каждые из 4 дней своего зрителя покорял энергией и мощью выступлений, прекрасно подобранными исполнителями и коллективами. Но на закрытие были приглашены самые маститы, чтобы еще раз показать, что музыка – посредница между жизнью ума и жизнью чувств. Завороженный брестский зритель с необычайным почтением вслушивался в звуки
звуки симфонического оркестра Брестского академического театра драмы под управлением Александра Сосновского. Как один слаженный организм звучали скрипки и виолончели, контрабасы и рояль, флейты и тромбоны. Четыре фестивальных дня принесли зрителям не только радость от познания классической музыки, они стали своеобразной подпиткой для каждого, ведь только высокая музыка может обогатить и разум, и душу. Ожидания сбылись. Я думаю, что три дня прошло ровно, красиво, компактно, и как-то восприимчивы слушатели были к тому, что происходило на сцене в течение 2-3 часов. И я счастлива только потому еще, что состоялся 27-й фестиваль, сегодня последний день заключительный, но он совпал с открытием в Бресте культурной столицы. И вот это дает радость, что это у нас вместе с фестивалем, с фестивальным днем, это сочетается. Я так думаю, что Брест заслуживает быть культурной столицей. Музыка – единственный всемирный язык. Его не надо переводить. На нем душа говорит с душой. Слушая прекрасное исполнение арии «Лючии» из оперы «Лючия де ля Мирмур» грузинской оперной дивы Кетеван Гавашели, понимаешь, насколько правильны эти слова. Карил Берестейцев и юный талант из Молдовы Ионел Манчу непосредственным, но уже виртуозным исполнением на скрипке. Завершились январские музыкальные вечера выступлением народного артиста СССР, профессора, солиста Большого театра России Владислава Пьевко, который, прекрасно исполнив партии Отелло и Германа из «Пиковой дамы», поразил зрителя не только вокалом, но и экспрессией, свойственной лишь оперному мэтру. Публика шикарная, принимает меня очень здорово. В свое время я приезжал со своей командой теноров. У меня была такая программа «Владислав Пивко и компания. Парад теноров». Вот, и ее тоже принимали очень здорово. Поэтому я обижаться на брестскую публику не могу. Она меня всегда любит. И сегодня только объявили, сразу встретил аплодисментами. Это было очень приятно. Все выступающие на фестивале «Январские музыкальные вечера» были удостоены дипломов за высокое исполнительское мастерство, поощрительными призами от губернатора, но все-таки лучшая награда для артистов звучали долгие аплодисменты брестских зрителей, уже влюбленных в классическую музыку и вновь полюбивших ее. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20 63 67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 18 января погоду в стране обусловят атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. На Брещине на большей части территории пройдут кратковременные осадки. Мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах 2-4 градусов тепла, а днем столбик термометров покажет не более плюс 3. Новая рабочая неделя начнется с похолодания. Температура воздуха незначительно понизится и составит в ночные часы 0-2 градуса. В дневные
Днем также до 2 градусов мороза. День будет отмечен переменной облачностью и юго-восточным умеренным ветром. В ночные и утренние часы гололед и гололедица на дорогах. Атмосферное давление значительных изменений не претерпит.